21 числа будет большое отключение, будет на 23 часа останавливаться Новая Сакмара. А Новая Сакмара, это вы прекрасно знаете у нас, часть промышленного района, вся малая земля, народная, весь степной. Отключение водоснабжения – мера вынужденная, но во благо. Специалисты Оренбургского водоканала проведут капитальный ремонт и замену запорной арматуры на Новосакмарском водозаборе. Он обеспечивает 50% всего водоснабжения Оренбурга. Помимо замены задвижек на самом водозаборе, водоканальцы будут работать и на сетях в городе. Объем работ предстоит выполнить поистине колоссальный. На это время без воды останутся более 1000 домов Оренбурга. Отключение запланировано с 9 часов утра 21 августа до 8 часов утра 22 августа. То есть ровно 23 часа с 9 утра 21 августа будет прекращена подача холодного водоснабжения. Зона отключения достаточно большая. Ну и кроме того, будет снижено давление холодного водоснабжения в следующих микрорайонах. Это Новостройка и Восточный. Запастись водой придется жителям многих районов. Среди них поселок Степной, Звездный городок, Малая Земля, поселок Ростоши, Кушкуль, улица Шевченко, Красный городок. В указанных районах не будет и горячей воды. В день отключения проведут еще и врезку нового водовода на перекрестке улиц Волгоградской и Конституции и на проспекте Дзержинского. В работах будет задействовано 17 бригад предприятия и 35 единиц техники. Подвоз воды населению будет организован в 42 точках города. За более подробной информацией можно обращаться по телефону информационно-справочной службы водоканала 37 400. Яна Корчик, Вадим Доминов. Наше время.